Всем привет! Вы на канале Аль Пачино. Сегодня я покажу вам подборку из 15 стильных и полезных велогаджетов, с которыми вы будете уверенно чувствовать себя на дороге. Также помните про кэшбэк, с ним вы сможете вернуть часть денег обратно. Ссылка на гаджеты и на мое видео, как пользоваться кэшбэком, в описании. А в конце видео, как всегда, будет конкурс. Поехали! Стильная велофара. Профессиональная задняя фара для велосипеда обеспечит вашу безопасность на дороге благодаря своему яркому интенсивному свету, который видно на расстоянии до 25 метров. Встроенный датчик самостоятельно отключает фару через 1 минуту после остановки и автоматически включает после начала движения. Велофонарь имеет 7 режимов свечения. Качественный, прочный и водонепроницаемый корпус позволяет использовать фонарь в любых погодных условиях, будь это туманная или дождливая погода. Цена 600 рублей. Крутые лазерные габариты. Задний светодиодный фонарь для велосипеда с лазерной проекцией габаритов имеет несколько режимов работы и позволяет использовать фару как габаритный огонь и дополнительно включать лазерные 3D габариты. Велофара рисует лазерную дорожку по обе стороны велосипеда, обозначая его габариты и тем самым обеспечивая видимость велосипеда на дороге, что повышает безопасность при езде в темное время суток. Они смотрятся как прямые лазерные лучи, которые видно с большого расстояния. Крепится фара под седло. Приобрести можно всего за 100 рублей. Водонепроницаемая велосумка. Для любителей велопутешествий это незаменимая вещь. Сумка легко устанавливается на багажник велосипеда, подходит под любые типы багажников. Отлично подойдет для перевозки одежды и других аксессуаров. В местах трения с колесами материал сумки дополнительно усилен во избежание истирания ткани. Сумка изготовлена из прочного водоотталкивающего материала. Объем 37 литров. Цена 2000 рублей. Антипрокольная велолента. Незаменимая и очень полезная вещь в дороге. Представляет собой тонкую полоску из специального эластического пластика, которая устанавливается между покрышкой и камерой вашего велосипеда, чтобы снизить вероятность прокола камер гвоздями, стеклами или другими острыми предметами. Дополнительных приспособлений для установки не требуется, достаточно навыков по смене камеры. Благодаря нескольким размерам применяется с колесами различного диаметра. Цена 300 рублей. Портативная Bluetooth-колонка. Это компактная, водонепроницаемая портативная колонка для смартфона. Пригодится людям, которые любят путешествовать, отдыхать на природе и кататься на велосипеде. Колонка снабжена прочным, качественно собранным корпусом, изготовленным из прорезиненного противоударного пластика и снабжена защитой от пыли и брызг. С мобильным телефоном эта водонепроницаемая колонка соединяется через Bluetooth. Громкий и качественный звук. Долгое время работы от аккумулятора на 2100 мАч. Цена 2300 рублей. Экстренный велонабор. Отличный дорожный набор инструментов для велосипеда в бардачке. Набор содержит все необходимое для ремонта велосипеда в дорожных условиях. Бардачок с инструментом удобно крепится на раму и занимает совсем немного места. В состав набора велоинструментов входят велосипедный мультитул, отвертки, мини-насос, велоаптечка с клеем, лопатками разных размеров и наждаком и монтажные лопатки. Цена 800 рублей. Многофункциональный велокомпьютер. Идеальный гаджет для любого велосипедиста, которому нужен беспроблемный способ следить за параметрами езды. Эта модель очень миниатюрна и практически не занимает места на руле или на выносе. Имеет 11 функций, обеспечивает необходимый контроль за скоростными режимами. Спидометр, средняя скорость, текущая скорость и максимальная скорость и так далее. И временным. Время текущей поездки, общее время движения и секундомер. Показывает дистанцию текущей поездки и следит за температурой внешней среды. В темноте зажигается подсветка при нажатии на кнопку. Цена 450 рублей. Мультинабор. Наиболее функциональный набор инструментов из 16 ключей. Возьмите набор инструментов для велосипеда с собой, и никакая поломка не испортит вам впечатление от катания. Складной набор инструментов велосипедиста предлагает наиболее необходимые универсальные инструменты. 6 шестигранников, рожковый ключ, спицной ключ, 2 отвертки, крестовая и шлицевая, держатель для головок и головки на 8, 9 и 10 мм. Качественная сталь, из которой сделаны инструменты, обеспечит долгое и надежное использование. Приобрести набор можно за 250 рублей. Световая насадка на ниппель.
Светящиеся колпачки на ниппель для подсветки колеса придадут вашему транспортному средству неповторимый и эксклюзивный вид. Загораются во время движения колес, создавая эффективный световой круг, и гаснет при остановке, тем самым продлевая срок службы батареек. Светодиодная подсветка шин работает от нескольких таблеточных батареек, легко снимается и одевается. С помощью данной насадки на ниппель вы сможете сделать красочным свой велосипед, мотоцикл, автомобиль или квадроцикл. Очень красиво смотрится в темное время суток. Цена 120 рублей. Комплект велофонарей со спидометром. Один из самых важных аксессуаров для велосипеда. Он может спасти вашу жизнь. Днем активно привлекает внимание на дороге, сумерки и ночью. Яркий фонарь осветит дорогу. Задний фонарь крепится на трубу под сиденьем с помощью зажима, как и передний фонарь. Набор необходим не только для удобства, но и для безопасности. Он позволит четко обозначить велосипедиста для других участников движения на дороге, а спидометр покажет вам скорость движения и придаст уверенности в езде. Цена набора 370 рублей. Крутой необычный велозамок. Состоит из стальных сегментов, превращающихся в разложенном виде в цепь с крупными звеньями, а в сложенном в очень компактную конструкцию, похожую на гамбургер. С этим замком вы не будете волноваться за свой байк и сможете спокойно оставлять его в подъезде и на велопарковке. Помимо классного и необычного вида, замок компактен и корпус сделан из сплава цинка плюс АБС, а ключ из стали высокого качества. Приобрести велозамок можно за 1800 рублей. Держатель для телефона. Удивительно полезная, универсальная вещь. Этот фиксатор для телефона может решить сразу несколько проблем. Держатель фиксируется на руле велосипеда при помощи специального крепления и подходит для мобильных устройств шириной от 4 до 11 сантиметров. Конструкция держателя предусмотрена, чтобы вибрации при движении не передавались на мобильные устройства. Имеет угол вращения в 360 градусов, что обеспечивает удобство работы с вашим гаджетом. Заказать можно всего за 500 рублей. Стильные поворотники – просто незаменимый аксессуар для всех любителей кататься в ночное время суток. Яркий светодиодный фонарь способен проецировать на дорогу лазерные лучи, с которыми вас уж точно будет сложно не увидеть. Не менее полезной функцией является наличие сигналов поворота, позволяющих своевременно оповестить других участников дорожного движения о предстоящих маневрах. Управление работой устройства осуществляется с беспроводного пульта, устанавливаемого на руле. Пульт снабжен крупными кнопками, которые комфортно нажимать даже в перчатках. С его помощью вы сможете выбрать подходящий режим индикации, включать или отключать лазер, а также активизировать поворотники. Цена 1100 рублей. Велозвонок. Необычный звонок для вашего велосипеда. Подойдет как для ретро-велосипеда на велопарад, так и для повседневного использования. Отличается от других звоночков сильным и очень звонким боем. Крепится на руле велосипеда и позволяет привлечь внимание в опасных ситуациях. Характерный звук клаксона распознается даже детьми, так что проблем с тем, чтобы отпугнуть людей с дороги, не возникнет. Приобрести такой звонок можно за 500 рублей. И последним полезным устройством для велосипеда будет корзина. Удобная велокорзина подойдет для установки на различные прогулочные и другие велосипеды. Это приспособление идеально подойдет для загородных пикников и поездок в магазин. Конструкция выполнена из легкого и прочного алюминиевого сплава. Крепится к рулю с помощью каркасных крючков. Максимальная нагрузка до 15 кг. Цена корзины 800 рублей. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какой гаджет вам понравился. Спасибо за просмотр этого ролика. Всем пока!